Повязка не нужна. Давид, в магазин. Да, в магазин. Это палка из магазина. Она листик как обвертка. Давид, что тебе можно купить? Сховався. Я, говорит, ем козьи старики. Ще один. Хі-хі. О, я помощник. Есть там посмотреть. Лиза, ты за грибами полез? О, да, много. Максим, ты видишь, я за колючую палку схватил. О, какой он гарный. Вот. Какой он яркий. Он еще один один. Блин, прикольный. Смотри, прям точечки, как нарисованный. Идете? Не, еще раз, то последняя глаза закрыла. Капец. Я просто пытаюсь сфоткать. Это солнце. Капец. Чтоб у куртки не видно. А он еще один следопыт. Макс, давай тебя на шашлык. Я иду. Я иду, Давид. Красота. Ты убираешь меня. Аккуратно. Не баловаться. Лифи, там король. Так, встань к спиночке, прислонись и стой. Вон сейчас крыша. А где наш город? Я не вижу. А мы в другом городе. В каком другом? Слупец, новая руда. Давид. Вниз иди. Мы резкий какой-то самый. Стой тут. Тут хотя бы. А чего мы сюда попремся ноги здесь? Пришли посмотреть. Блин, а у меня память закончилась в телефоне. Все будет. Не хотелось бы, чтобы капец этой высоты свою. Или вас всех не сфоткать. Да, и тебя надо сфоткать. Тебя ни разу никто не сфоткал. Не ходи туда, там это. Смотри, там страшнее, чем тут. Привычки. Тут все безопасно. Смотри, я облокачиваюсь. Все безопасно. Хотя бы дальше хвали мне в кадр. Давид. Привет. Смотри. Смотри. Нема далі? А где ж мы, мама, твою будем искать?
Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, może coś słyszysz, ale chyba wszyscy wiechali. Najgłośniej mówię Pani Woła, bo wszyscy słyszeli. Pięknej, wyjątkowej chwili ich życia, kiedy tutaj przy tym ołtarzu wypowiedzą swoje sakramentalne tak. Otóż było w historii takie jedno wesele, o którym nikt by już dzisiaj nie pamiętał, gdyby nie przeczytana przez chwilę perykopa ewangelii. Jest pośród was i chcę wam na to płacić. Заставляєш вино, ну, остав те, що гірше, а те, що добре, сховай на особу случай, типу. І це, що я поняла. Я допомагаю собі око, а вдеді то ще не була мілость, ні, то було за Бога, jak wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. I co najważniejsze, nigdy nie ustaje. Tego, że niech ta miłość wzrasta. Pielęgnujcie ją. Od dzisiaj już nie jestem ja, Ela, ja, Wam. Дивись під ноги обережно. Угу. То ж я кажу, дивись під ноги. Дуже довго. Ви просто будете повіснувати, правда? Так? Я вам ще припомню. Мілость, вірність і учтивість мужества. Ораз, що ще взаємні не опустите. Моя осторожность. Угу. Так, ми йдемо звідтіля. І донизу. Почти не слухно, що того звука. От ми і спустились. Ще трошки ми будемо на трасі. Давид, пойдем со мной. Кто? Кто поднимет руку там? Так, а ми підемо он туди. Вниз-вниз. Стой! А, фу!
куда-то. Давид, побежали! Максим, осторожно. Линяет. Мы до сих пор идем. Давид, кто последний? Скажет, устал. Тот. Мы, короче, мистер ленивый. Так, прошли а надо 10 километров в гору. Мы были на самой вершине вот этой носной горы. А кто первый скачет устал? Я полностью охренела. Вот мы бежим, а кто скачет устал? Не знаю, из-за кашля. Нет, ну что, поднялись на самый-самый верх. Ноги, конечно, уже не... Максим, поверни. А там еще и церковь на санате была или нет? Ну еще вот пару яблочек сорвать. Ты прыгнешь! За грибы, все остальное. Так. Ну, короче, нагулял. Варенье варит. Я так вроде как не кушаю.